это не игрушки. Это опасно. Ну ладно. Готово? Мы с твоей мамой знакомимся. Много лет назад в больнице под названием Дельфт. Она была там медсестрой, а я врачом. По ночам мы рассказывали друг другу истории. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница, как та жрица. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Выбери фотографию, какая нравится. Теперь закрой глаза. Соберись и призови на помощь силу древней жрицы. Найди свою мать. Попробуй угадать нужный снимок. Видишь? Волшебство. Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела?
ты виновата. Мисс Мейсон. Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Ты часто это рисуешь? Это ведь греческий символ. Дельфийский эпсилон. Как у твоего отца. На медальоне был такой же. Рука принадлежала Акалу Джахару. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом. Это связано с моим отцом.
Дело твоего отца так и не раскрыли. Тут явно есть связь. Ты знаешь, что он основал Дельфы вместе с Люсьеном Флауэрсом? Вероятно, он тоже в опасности. Слушай, над эльфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Наверное, они вышли покурить. Жди здесь, я сейчас. Что вы делаете? Положите на место. Это не ваше. Никаких документов, никаких записей о ней. Зря время потратили. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря вообще куда-то ходил.
Я видела девушек. Они были в масках. Они... Да, я уточню. Думаю, это метод терапии. Кто вы? Я сержант Блейк, главный следователь. Я жду доктора Баллард. Прошу прощения, мы все устали. Сержант Блейк, меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором вы знакомы. Сэр, это Эрика Мейсон. Очень жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Ничего. Мне тоже жаль. Идем. Я тебя провожу. Ты меня, наверное, не помнишь. Я работала с твоим отцом. В детстве тебя часто со мной оставляли. Ты любила искать привидений в подвале. Вы знали моих родителей? Конечно. Твой отец обучил меня всему, что я знаю. А твоя мать, она была великолепной медсестрой. Такая умная, веселая. Ну? Жить ты будешь здесь. Может, даже узнаешь место. Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту. Ha 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 ha!
Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок. Посмотри на ее руку. Она прямо как ты. Чисто. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку, ты же знаешь. Убираться без присмотра нельзя. Тебя это злит? Может, хочешь поговорить об этом? Брось, Тоби. Я пытаюсь играть. Оставь ее в покое. Да, пожалуйста. Привет. Сюда. Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Хана? Я стараюсь. Что ты играешь? Это дельфийская ария. А написал ее кто-то. Не знаю кто. Садись, я тебе кое-что покажу. Вот, видишь? Тут все просто. Четыре ноты. Пам-пам. Пам-пам.
остальное сыграю я. Делаете? Чтоб тебе, Кирсти. Нет, 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 никакой уборки! Никакой уборки без присмотра! Кирсти! У нее кровь идет. Нет, 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 нет. Нет, не смей. Надо, это запрещено. Кирсти, Кирсти, успокойся. Нет! Нет! Не надо! Отвалите! Отвалите! Держи. Не надо! Не надо! Не надо! Нет! Нет! Я ничего не делала! Она ничего не делала! Успокой! Она не хотела! Она пыталась помочь! Пришел сержант Блейк. Тебя ждут в администрации. Войдите! Боже мой! Эрика Мейсон, ты так похожа на мать. Я тебя еще совсем малышкой помню. Я Люсьен Флауэрс, коллега и друг твоего отца. Я узнала вас по портрету в холле. Я бы его поменял, но держу в память о твоем отце. Ты хорошо спала? К этому месту привыкаешь не сразу. Я всегда плохо сплю. У меня кошмары. Сочувствую. Доктор Баллард занимается нейрологией. Может, она поможет. Надеюсь, тебе будет приятно, но у меня кое-что есть. Твоя мать подарила это твоему отцу в день свадьбы. Я не смог выкинуть. Привет. Прошу прощения. Я сейчас общался с криминалистами. Эрика, похоже, убийца твоего отца и мистера Джахара одно лицо. Могут быть и другие неизвестные нам жертвы. Убийца вряд ли остановится. Сейчас понятно одно. Убийца Джахара интересуется тобой. Если честно, данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Ребенком. Да. Но теперь ты взрослая. Это метод терапии. Он был разработан твоим отцом. Возможно, у тебя прекратятся кошмары. Это не больно. Опасности никакой.
Послушай, совпадений с делом твоего отца слишком много. Это не случайность. Если у нас будет описание убийцы, мы положим этому конец. Ничего, Эрика. Мы понимаем. Твоя мать говорила, что жила этим местом. Она здесь работала. Здесь нашла любовь. Родила тебя. А потом и умерла. Мне очень жаль, Эрика. Я должен был быть рядом, помогать тебе. Мы ведь чужие. Не надо извиняться. Твой отец был моим лучшим другом. Ты его единственный ребенок. Я виноват. Идем. Я тебе кое-что покажу. Давай. Твой отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. И мой тоже. Валите! Уйди! Отстань! Извини. У девочек бывают трудные дни. Некоторые из нас держат все в себе. Ханна, я думал, ты спишь. Это Эрика Мейсон, она пока поживет у нас. Я спасла ее от Тоби, героически залив пианино кровью. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Пойдем? Иди ты! Хватит! Или можешь зависнуть с Тоби. Вообще-то скоро обед. Он весьма неплох. Может, сходишь перекусить, познакомишься с остальными? Да. Кто откажется от раскисшего сэндвича в компании незнакомцев? Ладно, духи – хорошая мысль. Олеандр ценили в Дельфах, в Древней Греции. Считалось, что он открывает третий глаз. Его сжигали и дышали дым. Жрицу посещали видения о будущем. Thank you.
Даже жаль. Могли бы просто вымочить и сделать духи. А я бы лучше заглянула в будущее. Эрика, подай спички. Они вон там. В левом верхнем ящике. Вот зажигалка. О. Видишь? Это я капнула серной кислотой. Твой отец страшно разозлился. Выгнал меня за дверь. И что дальше? Твоя мать его успокоила. Он разрешил мне вернуться. А по-моему, так даже лучше. Так она ему и сказала. Зажжешь? А теперь осталось только ждать. Вам повезло. Есть готовая порция. Поставь у кровати. И тебя ждет самый сладкий на свете сон. Наконец-то. Вставай. Тебе посылка. Что-то крутое. Что вы делаете? Эрике пришел подарок. Большой. Так красиво. Открывай. Боже, жуть какая! Осторожно. Посылку отправили вчера. Описания отправителя пока нет. Вот.
Посмотри. Это квартира администратора Карла Стейнбека. Наши ребята уже там. Он пропал. Он мертв? Тело не нашли. Но это вероятно. Это была его... его кожа? Скорее всего. Татуировка та же. Почему именно это? Почему кукла? У нее на руке отметина. Бабочка, как у меня. Нужно съездить к тебе домой. Я попрошу тебя осмотреться, проверить, все ли на месте. Заодно сможешь прихватить побольше одежды. Похоже, ты здесь надолго. Все хорошо? Пойду опрошу соседей. Запри дверь. Это полиция. Открывайте, или я выбью дверь. Я сейчас выбью дверь. Что тебе снится? Мне тоже снились падающие цветы. И твоей матери тоже. Она жива, Эрика. Мы можем спасти ее.
Вставай. Тебе нужно уходить. Карл Стейнбек мертв. Эй, кого я вижу? Говорят, тебя преследует психопатка. Это правда? Говорят, это длится много лет. Кто тебе сказал? Ну, девочки болтают. Меня будут оперировать. Ну, зато лекарство. Первый класс. Я вижу сны о цветах. Алеандра, они падают с неба. Утром, когда я проснулась и... Нам пора. Посмотри в тумбочке. Они были у меня в руке. Ну вот. Не переживай. Все будет хорошо. Она не вернется. Все как всегда. Кровотечение. Приступы. Она умирает. Никто об этом не говорит, но так и есть. Дай сюда. Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Как и Ханна. Все хорошо. Все будет хорошо. Где Ханна? Ее нет. Ханны нет. Мы покажем тебе пару вещей из квартиры. Почти все в лаборатории, но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. А почему не в полицейский участок? Тебе и так непросто, Эрика. Это был бы дополнительный стресс. Прошу, чай готов. Господин инспектор. Что скажешь? Похоже? Это она?
Ладно, хорошо. А как насчет этого? Это из ее квартиры. Ее зовут Мия Грин. Она лечилась в Дельфах. Она дружила с твоей мамой, очень о ней заботилась. Порой даже чересчур. Поэтому она интересуется мной? Из-за мамы? Боюсь, все не так просто. Эрика. В ночь смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт выдачи лекарств. Она умерла от передозировки. Это невозможно. Мы запросили разрешение на эксгумацию. А пока постараемся отследить последний звонок через оператора. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейка возьмете? Резиденция Колкеров? Да. Это сержант Блейк. Сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. Нет, это опасно. Я с вами. Нет, Эрика, он прав. Ты нам не поможешь. Эрика, ты как? У тебя кровь? Идите. Я за ней присмотрю. Ванная дальше. По коридору. Иди. Здравствуй, Эрика.
начала. Вы убили его. Он это заслужил, как и все они. Инспектор, Стейнбек, Джахар. Они были заодно. Тебя я не трону. Вы больны. Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Вы убили моего отца. Он сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Он прямо перед тобой. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу, по дороге к Дельфам, есть старая ферма. Я буду там. Приходи одна. Нужно было остаться. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. Кто-нибудь пострадал? Да нет, пара синяков. Ничего серьезного. Ты как? Я могу чем-то помочь? Все нормально. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Я справлюсь. Она точно ничего не сказала? Ничего полезного для нас? Нет. Ничего. Если что, я внизу.
Хотят видеть будущее ради наживы и власти. Но без бабочки ничего не увидеть. Вот зачем им твоя мать. Вот зачем им ты. Идем со мной. Вместе мы можем ее спасти. Что мне сделать? Дело в тебе, Эрик. Так было и будет. Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Что вы сделали? Как я сюда попала? Вот как. Работа твоего отца. Он испытал это на твоей матери. И на тебе тоже. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Эта жидкость превратила нас в его рабынь. Поставь у кровати. Я тебе обещаю, ты заснешь самым сладким сном. Thank you.
отец посадил Лианну в памяти твоей матери. Ее любимый цветок. Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Что, по-твоему, он жег в лампе, Эрика? Тебе ведь это знакомо. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужила. Отметина твоей матери. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Откуда вы знаете про жрицу? А ты как думаешь? Он был одним из них. Посмотри сама. Твой отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Твоя мать жива, но она слабеет, а без нее они слепы. Мы застанем их врасплох. Мы остановим их. Мы освободим ее. Перережь провод. Оставь себе, пригодится. Туда. Медальон. Видимо, запечатали. За мной. Его придется убить. Он поднимет тревогу. Идем.
заметит. Нужно вырубить свет. Отведи меня к тайной двери. У нас мало времени. Я везде тебя ищу. Где ты пропадала? Вы что-то скрываете. Я ничего не скрываю. Я тебя искал. Скажи, что случилось? Все хорошо. Мы должны идти. Тебе нельзя рисковать. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Обещаю. Спасибо. Сюда нельзя. Тоби нужно лечение. Опусти пистолет. Разбудите ее. Тебя ищут? В саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Прошу, позволь мне помочь. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Придумайте что-нибудь. Когда мы извлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирти, беги! Опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки.
Эрика? Мне так жаль. Нет! Ты ее убила! Что я могла сделать? Что случилось? Это я. Пожалуйста. Опусти пистолет. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Ну вот, давай поговорим. Просто расскажи, что тебе кажется, и я все тебе объясню. Отдайте мне медальон. Эрика, милая, ты же бредишь. Пожалуйста, успокойся, ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Тебе необходима помощь. Нет, вы что-то скрываете. Там, за дверью. Нет. Это старое помещение. Там просто кладовка. Там одна сломанная мебель и старое белье. Ты опасна. И даже не представляешь, насколько. Я вам не верю. Ни единому вашему слову. Ты и не обязана. Ты ворвалась сюда с оружием и целишься в меня. Ты готова выстрелить? Боюсь, это уже далеко не впервые. Тебе нужна помощь. О, Боже, что ты наделала? Откройте дверь. Нет, Эрика. За ней тебя ждет только безумие. Ты слишком долго была совсем одна. Мы все исправим. Я заменю тебе семью. Прошу, поверь мне. Опусти пистолет. Мия Грин мертва, Эрика. Все это только в твоей голове.
летаем бабочкой. Освободи меня.